Добрый день, коллеги и зрители вебинара. Меня зовут Помаскова Виктория Юрьевна. Я заместитель заведующего по воспитательно-методической работе в детском саду номер 203 «Алиса» в нашей большой организации «Анадол Планета Детства ЛАДА» города Тольятти. Дайте, пожалуйста, обратную связь, если вы меня слышите. Накидайте огонечков. Слышно, хорошо. Сегодня я со своей коллегой, учителем логопедным высшей категории Сухаревой Светланой Викторовной, хотела бы вас познакомить с опытом нашей работы нашего детского сада по созданию интерактивных пособий для детей дошкольного возраста. Наш детский сад имеет приоритетное направление – это речевое развитие. Поэтому на нашем вебинаре вы узнаете, как организовать предметно-развивающую среду для детей с нарушениями речи. Коллеги, если у вас по ходу вебинара будут возникать вопросы, вы можете написать их здесь во вкладку «Вопросы», и по окончанию нашего вещания мы на них ответим. Также вот хочу предупредить, что тут нестабильная связь, поэтому я отключу свое видео и буду вам вещать, как говорится, за кадром. Вот. Давайте, я думаю, приступим. Камеру отключу и смотрите на экран. Выдающийся философ и педагог Жан-Жак Руссо одним из первых предложил рассматривать среду как условие оптимального саморазвития личности, считая, что благодаря ей ребенок сам может развивать свои индивидуальные способности и возможности. Роль взрослого заключается в правильном моделировании такой среды, которая способствует максимальному развитию личности ребенка. Одним из направлений инновационной деятельности педагогов детского сада является модернизация предметно-развивающей среды детского сада. В рамках этого направления ведется разработка авторских дидактических наглядных пособий. Организуя предметно-развивающую среду, важно создать условия для полноценного общения, обеспечить детям эффективное взаимодействие, сотрудничество, диалог. Мотивировать их на это взаимодействие, то есть стимулировать у детей желание активно общаться со сверстниками и взрослыми. И это имеет особую значимость для детей, имеющих речевые нарушения. Всю жизнь ребенка, дошкольника пронизана игрой, вся жизнь. И в игре ребенок развивается, получает новые знания, приобретает определенный опыт. И перед педагогами встал вопрос, как же сделать эти дидактические наглядные пособия игровыми, интерактивными, универсальными и многофункциональными. И тогда творческой группой педагогов детского сада номер 203 «Алиса» была разработана серия универсальных дидактических игровых пособий «Играя вместе, развиваться интереснее». Они соответствуют современным требованиям к организации развивающей предметно-пространственной среды в рамках реализации в ГОСДО, делая ее содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной и доступной. Также предусматривают интересную игровую мотивацию, создают условия для полноценного, эффективного сотрудничества дошкольников, предусматривают сменяемость содержания в зависимости от изучаемой темы из любой образовательной области. В них осуществляется связь различных видов деятельности. Данные пособия изготовлены из современных материалов – пластик, сотовый поликарбонат, цветная самоклеющаяся пленка – аракал, магнитное виниловое полотно, прозрачная пленка разной толщины – пентапринт. Они имеют разный уровень сложности, поэтому предназначены как для детей младшего, так и старшего дошкольного возраста. Также наши пособия различаются по месту их использования. Они бывают настольные, настенные, передвижные. Есть объемные, плоскостные, складные пособия, сюжетные и несюжетные. Дидактические пособия содержат два аспекта. Учебное, то есть познавательное, и игровое, занимательное. Использование этих пособий позволяет в комплексе решать задачи разных образовательных областей, создавать условия для полноценного и эффективного сотрудничества и общения детей. А также стимулировать самостоятельную коммуникативную речевую деятельность детей и делает эту самостоятельную деятельность образовательной и увлекательной. И это особенно важно для детей, имеющих речевые нарушения. Представленные универсальные дидактические игровые пособия в большинстве своем нацелены на то, чтобы с помощью игровых приемов
систематизировать знания детей по разным лексическим темам. Это и транспорт, деревья, одежда, мебель, овощи, фрукты и различные другие темы, которые у нас есть. А также решают задачи по коррекции речевых нарушений, и в том числе и задачи из разных образовательных областей. А именно, познавательное развитие способствует самостоятельному применению детьми освоенных знаний, обогащать представление детей об окружающем мире, развивать самостоятельность, инициативу, творчество в поиске ребенком вариативных способов решения поставленных задач, сравнение, классификация объектов, окружение, развивать умение обмениваться информацией, развивать любознательность, формировать умение, планировать свои действия, решать интеллектуальные и личностные задачи, расширять представление о себе, о семье, обществе, государстве, мире и природе. Область речевого развития способствует развивать диалогическую речь, умение формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи, обогащать активный словарь детей, способствовать развитию речевого творчества, воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. Область социально-коммуникативного развития помогает развивать умение строить общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, вместе планировать игровую деятельность, договариваться в распределении ролей и координации действий в игре, развивая навыки сотрудничества, формирование умения управлять своим поведением. Физическое развитие помогает развивать кистевую и мелкую моторику рук. В большинстве пособий предусмотрены манипуляции руками и пальцами, например, протянуть резинку, повернуть диск, переместить бусину, прикрутить картинку крышкой, снять цепочку, надавить на колючие пластинки и тому подобное. Поэтому помогает способствовать становлению ценностей здорового образа жизни. Во всех пособиях предусмотрен деятельностный подход, игровые манипуляции, что особенно привлекательно для детей и развивает, как я уже говорила, мелкую моторику рук. Это и вращающийся диск выбора игр, или партнеров для взаимодействия и диалога, детали на контактной ленте, липучки, подвижные стрелки, резинки, спиннеры, привинчивающиеся картинки, скользящие буквы, бусины вы можете увидеть на данном пособии. Спиннеры, да, как я говорила уже, примагничивающиеся детали, светодиодные фонарики и тому подобное. В пособиях продуман стимульный и мотивационный компонент. Например, кто первый на финише, кто больше наберет очков, смайликов, бусинок, цветов на клумбу и так далее, в зависимости от самого пособия, на что оно направлено. Также, кому моргнет черепашка, кто поможет гному, чья стрелка впереди и так далее. Многофункциональность и универсальность пособий выражается в разнообразии комплекса заданий, с помощью которых можно решать разные образовательные задачи в зависимости от поставленной педагогом цели. В разнообразии картинок и их мобильности, которые можно использовать в соответствии с изучаемой темой и интересами детей, как в непосредственной образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей. Все картинки легко снимаются и прикрепляются обратно. Дети могут их сами выбирать и менять себе игровые задания. Обязательным условием этих пособий и игр является наличие схем, алгоритмов, знаков и символов, что способствует развитию логики, аналитических процессов и творческому воображению. Как я уже говорила, чаще это используется для самостоятельной игры детей, чтобы они могли прийти и поиграть, когда им захочется, в любое пособие. Каждое из заданий в дидактических игровых пособиях побуждает к активизации речевой деятельности. Вот мы видим данные пособия. Именно они по речевой деятельности разработаны для развития речевой деятельности. Также нами разработан методический материал по работе с пособиями, а именно технология и содержание работы с ними. Это технологическая карта, которую вы можете увидеть на слайде. Варианты использования их в разных возрастных группах, в предметно-пространственной среде детского сада, как для непосредственной
образовательной, так и самостоятельной деятельности детей. Конспекты образовательной деятельности в разных возрастных группах с использованием игровых дидактических пособий, где данные пособия обеспечивают реализацию деятельностного подхода и дают возможность организовать речевое взаимодействие детей в разных формах. Этот материал обобщен в методическом пособии «Играя вместе, развиваться интереснее». Данное пособие было выпущено в 2017 году и уже перевыпускалось в 2021 с дополненными авторскими пособиями. На слайде вы можете увидеть желтая книжка, это первое издание, и синяя, это уже перевыпущенное издание. Использование универсальных дидактических игровых пособий в развивающей среде детского сада позволяет организовать педагогически целесообразное взаимодействие ребенка со взрослым и сверстниками, возможность познавать окружающий мир без принуждения и творчески отображать познанное, а также развивать у детей инициативность и самостоятельность в игре, в общении, в познавательно-исследовательской деятельности и других видах деятельности. Также развивает предпосылки грамотности, способность выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, способность активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, способность использовать речь для выражения своих мыслей, построение речевого высказывания в ситуации общения. Развивает мелкую моторику рук, а также любознательность, способность к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения. Все это соответствует целевым ориентирам дошкольного образования в ГосДО. И сегодня более подробно я бы хотела вам рассказать об одном из своих авторских пособий «Йохоцип». Свою работу с конструктором «Йохокуб» я начала в 2021 году, и данное пособие – это результат моего обучения в МГПУ по программе STEAM «Практика применения Йохокуб в дошкольном образовании». Данное пособие мы создавали совместно с детьми. В идею создания цыпленка легла целая история, придуманная нами совместно с ребятами. Как он пришел к нам в гости? Он решил остаться в нашей группе, чтобы получать различные знания. И так буквально за один вечер мы, слушая идеи друг друга, придумали, каким должен быть наш новый друг. Это универсальное пособие представляет собой собранный из конструктора Йохокуб объект в виде цыпленка в гнезде. К нему прилагается куб с заданиями на шести гранях. Я буду указкой показывать вам о деталях, о которых говорю. В гнезде расположены киндер-яйца с дополнительными заданиями или сюрпризным моментом. Вот они ярко-желтые и есть еще оранжевые яйца, о них я расскажу сейчас позднее. На гребне цыпленка расположены задания, а на вращающихся крыльях – варианты их выполнения. Имеется также большое яйцо с призовыми фишками. Цель игры – развивать коммуникативно-речевые навыки детей и познавательную активность. Задача данного пособия – активизировать словарь детей, упражнять детей в подборе родственных слов, упражнять детей в употреблении существительных, винительном, творительном и родительном падежах. Совершенствовать навык употребления сложных предложений с подчинительным, сравнительным союзом «чем». Совершенствовать умение отвечать на вопросы по картинке, составлять рассказ по ее фрагменту. Развивать связанную речь, коммуникацию, это при вариации командной или парной игры. Также ребенок может играть в это пособие самостоятельно. Давайте рассмотрим с вами ход игры. Детям предлагается выбрать определенный цвет киндер-яйца, куда они будут складывать фишки после выполненного задания. Вот они, два киндер-яйца. На одном красная точка, на другом зеленая. В одном из яиц спрятан цыпленок. Кому он достался, тот и начинает игру. Ребенок бросает куб с заданиями. Например, ему выпадает задание «что сначала, а что потом». Ребенок вращает гребень птенца, выставляет картинку с заданием и затем вращает крылья птенца и подбирает карточки в соответствии с этим заданием. Сначала он вращает левое крыло и затем правое. После того, как он подобрал сюжет, он переходит к основному составлению рассказа по сюжетным картинкам.
При успешном выполнении задания ребенок кладет себе фишку. Следующим бросает кубик его соперник. Ему могут выпасть следующие задания. Составь описательный рассказ, найди отличия, прочитай по слогам, а также на двух гранях куба изображены картинки киндер-яйца, в которых может быть дополнительное задание или пропуск хода. Конечно, дети любят дополнительное задание для того, чтобы взять дополнительно себе фишку, с которой можно было бы выиграть, одержать победу. Так, ну и, например, давайте с вами поиграем в игру «Составь слово по слогам». Например, нам выпадает первый слог «фа». Слева и справа мы должны прокручивать крыло птенца и читаем слоги, которые мы видим. «Ра». Читаем слово «фа», «ра». Есть такое слово? Есть. Хорошо. А если нам выпадает «ши», мы находим слог «шира». Есть такое слово? Нет. Мы прокручиваем крыло дальше и ищем еще дополнительный слог. Например, слог «на». «Ши-на». Есть такое слово? Ребенок прочитывает, говорит «да». И берет себе фишку. Дети принимают экспертное решение и оценивают друг друга в этой игре самостоятельно. И вот игра заканчивается тогда, когда в яйце закончатся фишки. Чья команда набрала больше фишек, тот и выиграл. Пособие можно использовать по разным лексическим темам, как для ознакомления с материалом, так и для его закрепления. И данное пособие, я бы хотела сказать, имеет большую популярность среди детей старшего дошкольного возраста. Ну, во-первых, я считаю, потому что оно собрано детской рукой, а во-вторых, все крутится, вертится, и в ходе игры часто у детей появляется такой азарт, что им хочется играть снова и снова. Поэтому они, конечно, могут и самостоятельно придумывать задания. В подготовительной группе они могут и уже и писать, и слоги, сами составлять слова, возможно, какие-то предложения и задания на основе предыдущих, которые они выполняли вместе с педагогом. Уважаемые зрители, сейчас я вам предлагаю более детского сада и представить их учитель-логопед высшей категории Сухарева Светлана Викторовна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать вас на нашем вебинаре. И я остановлюсь более подробно на коррекционных задачах, которые мы решаем в ходе игры с интерактивными пособиями. Итак, федеральный государственный образовательный стандарт в дошкольном образовательном учреждении предусматривает требования к развивающей предметно-пространственной среде. В первую очередь акцентируется внимание, что предметно-развивающая среда должна обеспечить возможность общения к совместной деятельности детей и взрослых, быть содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. В нашем образовательном учреждении разработаны и активно используются в разных видах детской деятельности интерактивные пособия, которые позволяют решать множество коррекционных задач по развитию всех компонентов речи. Развитию фонематического восприятия, развитию фонетического слуха, автоматизации звуков, формирование слоговой структуры слова, звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи. Также знакомство детей с различными жанрами художественной литературы. Первое пособие, на котором мы остановимся, интерактивное пособие «Цветик-семицветик». Пособие представляет собой цветок из пластика, в середине каждого лепестка и в центре магниты, на которые крепятся картинки. На каждом лепестке располагается завинчивающаяся крышечка. К игре прилагаются картинки на магнитах, крышки красного, синего и зеленого цвета, крышки со слогами, с цифрами, с арифметическими знаками. Весь материал размещен в отдельном контейнере.
Игра «Подбери слова» на заданный звук. Развитие фонематического восприятия. Педагог предлагает детям подобрать слово, например, на звук «А». Дети называют слова, подбирают картинки, закручивают крышечки на лепестках цветка и называют, например, автобус, ананас, абрикос, апельсин и так далее. Слово «собери слова», игра «собери слова», правильное построение предложений. Закрутить на лепестки произвольно крышки со слогами. Из этих слогов предлагается по очереди составить слова, прочитать эти слова. И уже как усложнение задания составить предложение с этими словами. Игра «Цепочка». Играть могут два и более человек. Первая картинка, например, на которой изображена лиса, выкладывается на красный лепесток. Остальные картинки кладутся детьми поочередно. Название предмета или объекта, которых начинается с последнего звука предыдущего слова. Например, лиса, апельсин, носок, карандаш, шина и так далее. Игра «Придумай рифму» на обогащение словаря и развитие творчества словесного. Дети подбирают рифму к заданному слову, прочитав его на лепестке или назвав картинку, если дети не читающие. Например, ребенок увидел картинку «сундучок» и подбирает рифму «кабачок», «рюкзачок», «пятачок», «черпачок», «червячок» и так далее. Игра «Разноцветные звуки». В середину цветка кладется любая картинка и делается звуковой анализ слова, закручивая цветные крышки и начиная с красного лепестка. Следующее интерактивное пособие – «Бусиножка». Оно у нас разработано для старшего дошкольного возраста. Пособие можно использовать по разным лексическим темам, как для ознакомления с материалом, так и для его закрепления. Цель пособия – развитие коммуникативных навыков, совершенствование диалогической и монологической речи, формирование умения объективно оценивать свой ответ и ответ товарища. Игра «Кто автор сказки?» – закрепление знаний об авторах литературных произведений разного жанра. В игре участвуют один или два, три человека – взрослый и ребенок, ребенок и ребенок. Цель игры – это развитие коммуникативных навыков, совершенствование диалогической и монологической речи, умение объективно оценивать свой ответ и ответ товарища. Взрослый выкладывает картинки с изображением авторов в верхний ряд пособия, в нижний – с изображением главных героев сказок. Ребенок достает из волшебного мешочка крышку, ориентируется по цвету и выполняет задание согласно цветовому маркеру на заданиях и на ячейках, куда вставлены изображения авторов. Дети подбирают картинку с изображением автора и кладут бусину в соответствующий стаканчик к изображению персонажей сказки. Например, давайте мы рассмотрим на примере сказки Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Ребенок маркером выполняет в кармашке, находит автора этой сказки, берет бусину, внизу находит героя сказки, например, Буратино, кладет бусину в соответствующий кармашек и выполняет задание. Первое задание. Сосчитай, сколько главных персонажей в сказке. Второе задание. Страна, в которой написана эта сказка. Третье задание. Расскажи о писателе. Четвертое. Где происходили события? Пятое задание. Коротко перескажи сказку. И шестое задание. Опиши главного героя. Расскажи о качествах его характера, какие поступки он совершал в этой сказке. Следующая игра, которую мы можем провести на пособии «Бусиножка», это «Сказки народов мира». Хочется отметить, что в данной группе, где было разработано это пособие,
целый год проходил проект «Сказки народов мира», где дети активно использовали это пособие при знакомстве и изучении сказок народов мира, нарядов, изучения костюмов и все, что связано с традициями, обычаями данного народа. По мере углубленного изучения этой темы пособие наполнялось новыми дидактическими заданиями. И вот как можно поиграть в концепте проекта «Сказки народов мира». Дети договариваются о первенстве хода, ребенок достает крышку из мешка, называет цвет, находит карман по цвету, выбирает карточку по цвету крышки и выполняет задание. Если ребенок справился с заданием, прикручивает крышку, и ход переходит к следующему игроку. Игра продолжается, пока не закончатся крышки в мешке. Побеждает тот, кто закрутил большее количество крышек. Следующее интерактивное пособие – «Малышам о животных». Это пособие позволяет самым маленьким детям наглядно и действенно получить знания о домашних и диких животных. Пособие представляет из собой три перекидных пластиковых листа на кольцах. К кольцам на шнурках привязаны животные из фетра. На первом листе 6 квадратных рамок разных цветов. На втором листе 2 круга одинакового диаметра. На третьем листе прозрачный карман с изображением количества 1, 2, 5 и изображение кустов из фетра, кубик с цветными гранями. Игра «Назови, кто как голос подает». Развиваем у малышей интонационную выразительность речи и учим образовывать звукоподражательные глаголы. Ребенок выкладывает понравившееся животное в цветной кармашек и называет: кошка мяучит, собака лает, лошадка ржет, поросенок хрюкает. Следующая игра «Где живет животное?». Здесь у нас активизируется словарь по теме «Домашние и дикие животные». Ребенок называет: в лесу живет животное или в хозяйстве у человека. Следующая игра «Покорми животное». Развиваем связку. Ребенок выбирает любое животное, ставит в карман и с помощью диска выбирает сектор с подходящей пищей. Игра «Назови какой». Аналогично, ребенок выбирает любое животное и подбирает к нему признак, эпитет. Например, выбрала девочка лошадку, называют лошадка мохнатая, быстрая, добрая и так далее. Игра «Назови детенышей животных». Также активизация словаря по теме и образование существительных с помощью суффиксов. У коровы теленок, у медведицы медвежонок, у кошки котенок и так далее. Игра «Прятки». Употребление пространственных предлогов. Играющий ребенок выбирает любое животное, перемещает его относительно куста и называет местоположение. Где спрятался зайчик? За кустом или под кустом и так далее. Также для среднего возраста можно усложнить игру. Например, ребенок выбирает понравившееся животное и кладет в прозрачный кармашек с одной точкой и говорит: один медведь, потом перемещаясь с двумя точками, два медведя, перемещаясь с пятью точками, пять медведей. Также можно поиграть в игру «Кто лишний?» на классификацию. В карман длинный выкладывается набор из 4 картинок с животными, и надо определить, кто лишний, объяснить почему. И кого не стало. Также выкладываются игрушки, потом картинки, потом убирается какой-то персонаж, и ребенок должен назвать, кого не стало. Употребление существительных в родительном падеже. Интерактивное пособие «Йоха Азбука» разработано для старшего дошкольного возраста. Пособие из пластика разделено на ячейки. Детали Йоха Куба надеваются на втулки. В верхней части
горизонтальной строке пособия изображены цифры от 1 до 6. В вертикальном столбце располагаются геометрические фигуры. На каждой стороне кубика обозначение. Первое – изображение буквы. Второе – цветной квадрат, обозначающий гласную или согласную букву. Третье – цветной квадрат, обозначающий мягкость или твердость звука. Четвертый – набор картинок, начинающихся на заданный звук. Пятый – это обведение буквы по точкам. Карточки с заданием в виде алгоритма действий. Игра «Назови какой звук». Развитие фономатического восприятия. Закрепление умения производить звуковой анализ слов, дифференцируя звуки по их качественной характеристике. Согласные и гласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Совершенствование фономатического слуха и развитие мелкой моторики рук. Игра «Собери и пропой слог». Следующий этап, когда ребенок самостоятельно составляет слоги, читает и пропевает их. Игра «Собери слово». Здесь по адресу системы координат в виде цифры и геометрической фигуры каждой буквы дети выкладывают слово, читают его и делают звуковой анализ. Усложнение игры, когда ребенку предлагается самостоятельно придумать слово и написать адрес каждой буквы в этом слове. Интерактивное пособие «Карусель». Карусель тоже выполнена из пластика. Игровое поле в виде карусели из двух кругов. Внутренний круг двигается. Картинки на внешнем и внутреннем кругах, картинки на внешнем и внутреннем кругах сменные, крепятся на липучке. К игре прилагаются тематические и символические картинки с липучками. Весь материал размещен в отдельном контейнере. Мы с вами рассмотрим игры на примере лексической темы «Насекомые». Игра «Что мы умеем, на кого похоже». На внешнем круге в секторах раскладываются картинки с изображением насекомых. Во внутренний круг дети должны подобрать картинки-символы, по смыслу подходящие картинкам из внешнего круга и объяснить свой выбор. Например, девочка выбирает картинку с изображением гусеницы, выкладывает на красный круг карусели, и на внутреннем круге она должна подобрать признаки, которые подходят к этому насекомому. Например, ползающая она или летающая, какого цвета, опасная или не опасная, полезная или вредная и так далее. Аналогично проводятся игры по другим лексическим темам. Например, кому что нужно для работы. На внешнем круге выкладываются профессии людей, а на внутреннем круге выкладываются орудия труда. И ребенок выбирает соответствующую профессию и какие орудия труда использует человек данной профессии. Также, кто чем питается, кто где живет, накорми животных на ферме, чей чья чье, узнать животное, птицу, насекомое по частям тела, с какого дерева листок или плод. Также можно закрепить правила дорожные, детям знать положено. Таким образом, использование универсальных дидактических игровых пособий в предметно-развивающей среде нашего детского сада позволяет организовать более эффективное взаимодействие дошкольника со взрослым и сверстниками, возможность познавать окружающий мир в игровой форме, способствует проявлению у детей инициативы и самостоятельности, в игре, в общении, развивает коммуникативную функцию речи. Уважаемые коллеги, я думаю, что тот материал, который мы вам сейчас представили, для вас будет очень полезным. Я думаю, что вы сможете его использовать в своей работе. Вот и подошел к завершению наш вебинар. Я надеюсь, что данная информация, соглашусь с Светланой Викторовной, для вас останется полезной. Возможно, вы возьмете себе что-то в работу.
Если вы захотите пересмотреть нашу презентацию, мы оставим вам QR-код на нее. А также мы делимся своим опытом работы в социальных сетях на странице нашей группы ВКонтакте. Вы там можете находить актуальную информацию, которую мы выкладываем постоянно. Подписывайтесь, чтобы нас не потерять. Хотелось бы услышать от вас обратную связь. Если у вас есть какие-то вопросы или отзывы, мы бы, конечно, хотели услышать, прочитать. Пишите, нам будет очень приятно увидеть вашу обратную связь. Ссылку на группу ВКонтакте. Так, ну попробуем это сделать. Чуть позже пришли, я думаю. Чтобы не отвлекаться сейчас, ссылку мы не подготовили. Можете завести телефон на QR-код или сделать скриншот. Ссылка на материал у нас указана также через QR-код на слайде. Посмотрите. Классные пособия. Спасибо большое. Очень много вложили в них души, любви, знаний. Эти пособия изготавливают у нас уже педагоги очень давно. Это является нашей изюминкой нашего детского сада. Визитной карточкой. Визитной карточкой. У нас пособия нет. Мы пособия на заказ не изготавливаем. Мы можем поделиться только своими знаниями, и вы можете их изготовить самостоятельно по аналогии с нашими представленными пособиями. Да. Очень приятно за ваши отзывы. Да, оформление пособий, конечно, очень яркое. Дети любят очень яркое. Сейчас мы часто делаем с детьми эти пособия, как я вам рассказывала уже про Йоха-Ципу. То есть мы совместно с детьми что-то делаем, потому что это привлекает больше внимания у них. Мы так считаем, тем более дети-речевики, которым нужно это сделать руками, развить свою мелкую моторику. Спасибо вам, коллеги, очень приятно слышать добрые слова. Сейчас попробую скинуть ссылку на группу ВКонтакте, чтобы вы нас не потеряли. Немножко нестабильный у нас сегодня интернет, поэтому все грузится чуть дольше обычного. Светлана Викторовна, вы можете рассказать, как мы диагностируем успехи у детей? Ну, у нас есть карты, протоколы диагностические, которые в течение года мы отслеживаем, но в конце периода первого в декабре мы отмечаем динамику, которая у детей у нас изменилась. И в конце учебного года у нас идет уже такая итоговая заключительная диагностика по тому, как дети у нас за год добились результатов в речевом развитии, в интеллектуальных, какие у нас есть подвижки по развитию высших психических функций у ребенка, и в развитии мелкой моторики и общей координации, потому что вы знаете, что дети-логопаты, они достаточно затруднены в координации всего тела, и поэтому у нас в диагностических протоколах идет по всем направлениям коррекционной работы итог. Спасибо, Светлана Викторовна. Ну и, конечно, как мы видим результаты работы с детьми, успехи их? Это по каждой тематической неделе. То есть мы с начала недели чего-то не знали, чего-то не видели. Да, и в конце недели ребенок уже может спокойно составить рассказ, хотя бы по одной картинке, если это, может, старший возраст, какой-то средний возраст, да. То есть в конце недели уже результаты их знаний видны с помощью пособий. Коллеги, я вам скину ссылку на наш детский сад. Все загрузилось в чат. Угу. По каким критериям и показателям, Светлана Викторовна? Ну, критерии и показатели у нас есть диагностические в картах. Если вам действительно нужно вот эти критерии наши
получить. Тогда давайте мы более углубленно с вами как-то встретимся или на другой теме вебинара, или оставьте свои координаты, мы можем вам прислать тот протокол обследования, который мы ведем на конец учебного года. Да, очень такие интересные вопросы, но я думаю, это, конечно, да, заслуживает отдельного вебинара, отдельная другая тема, потому что немножко, вот, коллеги, если у вас еще какие-то вопросы, говорите, будем. Ну, вопросов больше нет. Нам очень понравилось с вами сотрудничать. Спасибо большое. Всем хорошего продолжения дня и до свидания. Всего доброго. Давайте поблагодарим наших сегодняшних спикеров. Сегодня был замечательный вебинар. А я со своей стороны напоминаю, что вы можете приобрести сертификаты. И вот здесь объяснено, как это сделать. Вообще говоря, это достаточно просто, можно даже не смотреть. Вы заходите на указанный здесь сайт, вводите свою фамилию, имя, отчество, или лучше электронную почту, под которой вы регистрировались. Появляется список пройденных вами вебинаров, посещенных вами вебинаров. Вы выбираете тот вебинар, который вам нужен. Появляется кнопка «Оплатить». При помощи ЮКАССы оплачиваете. И через некоторое время, если это карточка, например, то средства доходят мгновенно. И сразу же вы можете повторно пройти этот путь. И вместо кнопки «Оплатить» вы увидите кнопку «Скачать». Вот и вся процедура, которая необходима для приобретения сертификатов. Я напоминаю, что те, кто зарегистрировался на наш сегодняшний вебинар до 11 часов сегодняшнего времени, могут это сделать прямо сейчас. Те, кто это сделал позже, я вас попрошу подождать 15 минут после окончания нашего сегодняшнего вебинара, и вы тоже сможете это сделать. Всем спасибо огромное за участие, за интересные вопросы. Спикерам еще раз огромное спасибо за проведение вебинара. А мы с вами прощаемся. И я напоминаю, что Директ Академия работает каждый рабочий день. Каждый день у нас интересный вебинар, поэтому ждем вас на всех наших вебинарах. Всего доброго, до новых встреч в Директ Академии.